Ну какой же вкусный рассольник получился! Обязательно приготовьте! Это будет напоминалочка тем, кто забыл его, а тем, кто не знает, покажу, как это сделать. Отварите до готовности любое мясо. Не забудьте при этом добавить соль. В сковороде на растительном масле обжарьте одну головку репчатого лука, одну морковь, добавьте 2-3 измельченных маринованных огурца, одну столовую ложку томатной пасты и половник бульона. Размешайте и чуточку обжарьте. Теперь в кастрюлю поместите 3-4 измельченных картофеля и 100 грамм перловки. Я ее замочила на ночь. Вливаю в кастрюлю процеженный бульон, варю до готовности картофеля. Потом добавляю мясо, разобранное на волокна, следом зажарку, зелень петрушки и укропа. На этом этапе можете подкорректировать соль. Варю еще минут 5, выключаю и даю супу настояться. И еще, если у вас нет перловой крупы, то ее вполне заменит рис, гречка, пшеница или пшено. Очень вкусно будет, если вы добавите ложечку сметанки. Пробуйте, это так вкусно! Обязательно сохраняйте, ставьте лайки и подписывайтесь.